Руки – это прекрасная рамка. Их надо использовать, чтобы подчеркнуть суть того, что вы хотите выразить. Давайте рассмотрим некоторые основные положения рук. Они могут быть прямыми, распрямленными в стороны, локти вверх, руки в стороны – это очень формальная поза. Они могут находиться в более мягкой позиции, красивая мягкая линия. Будьте осторожны, не устаньте, иначе ваши локти опустятся вниз слишком сильно. Сохраняйте красивую мягкую линию. Можно поднять руки вверх. Руки тянутся к небу. Сильные прямые руки, тянущиеся к энергии небес. Или руки могут быть более мягкими. Опускаем руки полностью вниз. Красивый мягкий изгиб, направленный к нижней части тела. Руки могут быть направлены от тела с красивым мягким изгибом. Или могут быть отведены назад, чтобы еще больше открыть линию бедер. Можно держать руки асимметрично в форме латинской буквы L. Одну руку вверх, другую в сторону. Или полностью вниз. Корона над головой. Пирамида на уровне груди. Корона внизу. Корона сверху – это классическая форма танца живота. Сделаем это еще немного интереснее. Руки крест-накрест. Руки вместе и вверх. Очень забавно положить кисти рук друг на друга прямо перед собой. Подержим руки перед собой и разведем стороны. Поставим руки прямо перед лицом, создав красивую рамку обеими руками. Или полурамку одной рукой.